Знаешь, за что задержат? Нет. По подозрению в совершении преступления предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса мошенничества. Пришел на адрес, забрал у пожилой женщины деньги в размере 440 тысяч рублей. Дальше что с деньгами с этими сделал? Дальше пошел в банкомат и по данным, которые мне давали, я их положил на карты, оставив себе 20 тысяч рублей.